У меня в голове есть какие-то идеи. Вот я прихожу вот на занятия, говорю, сегодня будем рисовать там то-то, то-то, то-то. А потом уже на уроке мы корректируем. Там Сергей или Ирина, они подсказывают, как лучше цвета сочетать. Соответственно, мы объясняем незрячим цвета через тактильные ощущения, через эмоции в первую очередь, а музыка, она дает эмоциональную отдачу всегда. Поэтому мелодии был один из тех инструментов, который позволяет ощутить.